Когда, устав от нервотрепки, в конец износится душа, то осторожно, чуть дыша, достану я иглу для штопки и ниток шелковые прядки и тканей ярких лоскутки, чтоб всем невзгодам вопреки душа опять была в порядке. Пусть истрепалась до предела, но мне латать не привыкать, негоже дырками сверкать, заплатками другое дело. И буду вновь носить не струшу свою заштопанную душу.